Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO Yamzu. Yamzu на данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование ICO Yamzu с сайта компании. Сразу мы видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация, для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что, изучив всю информацию на сайте и white paper, понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. Yamzu предлагает нам играть в турниры по e-sports на основе блокчейн. Также сейчас можно получить бонус в размере 30% на приобретение токена. Также мы видим, что порог soft cap уже преодолен. Предварительные продажи закончатся через 36 дней. Также нам на сайте предоставлен промо-ролик для ознакомления с данным проектом. Что такое Yamzu? Yamzu – это первая в своем роде экосистема, которая предназначена для работы в мире электронного спорта. С помощью этой платформы любой игрок может принимать участие в соревнованиях или же турнирах в любой точке мира. Мы видим также партнеров данного проекта. Особенности, например, рост выручки в первые 2 года деятельности уже составил 300%. Также платформа уже активно функционирует. Активная база пользователей, мы видим, 10 тысяч игроков. Далее нам предоставлено ознакомиться с дорожной картой. Проект начал свой старт еще в 2016 году. Здесь можно отметить четко распланированный график, цели на будущее. Видно, что развитие проекта идет за планом, и команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Также нашему вниманию предоставляется распределение токенов и также использование средств. Относительно распределения токенов мы можем увидеть, что команда оставила для себя и партнеров совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Что относительно распределения средств, мы видим, средства пойдут на маркетинг, также персональные накладные расходы, внедрение блокчейн и смарт-контрактов, программное обеспечение, IT и сервисы. Ниже нам предоставлена информация о продаже токена. Раздел «Команда». Здесь можно отметить, что команда хорошая, внушает доверие и спокойствие. Над данным ICO работает очень слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают очень известные специалисты в области криптовалюты и маркетинга. Также предлагается ознакомиться с информацией, например, лучшие вопросы о ICO Yamzu или как купить токены Yamzu. Или, например, 6 способов заработать токены на Yamzu и так далее.
проанализировав информацию и факты, мы можем увидеть, что у проекта уже имеются достаточно хорошие показатели работы, которые привлекают к нему все большее число участников. На этом обзор нового ICO проекта Yamzu закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!